Город мой – Череповец, есть в нем много разных мест, интересных и не очень. Но скажу вам, между прочим, я люблю его безумно, потому что это сложно – 2 минуты рассказать вам все по сути. В нем есть парки, в нем есть скверы, есть музеи и качели. Ну, качели есть везде, это просто так, для рифмы. Продолжаем. Дальше цифры. 2 огромных есть завода, 3 поменьше еще вроде, и 6 штук еще скромнее, посчитаться не успею. Не забыть бы стадионы, аквапарк и фотозоны рядом с новеньким мостом. Этот мост уже построен, есть 2-й, и он достоин, чтобы его упомянуть. Город развит, многогранен, нет проблем с образованием, каждый здесь найдет свой путь. Можешь стать кем хочешь тут.